Итак, еще раз о составах команд. Наши гости: Явор Краснополя, футболки синие. Вратарь, капитан команды Андрей Кудывал. Второй номер Анатолий Ермак. Третий Юрий Макар. Четвертый Артур Оленин. Пятый Сергей Асанович. Шестой Игорь Остревной. Седьмой Вячеслав Матюшенко. Восьмой Максим Устименко. Девятый Сергей Садовой. Десятый Сергей Завгородний. Одиннадцатый Сергей Шерестинский. Главный тренер Игорь Захаренко. Следующем составе арбитр поле Василий Мельничук, Симферополь. Его ассистенты Анатолий Олейник, Симферополь, Ярослав Лемик, Львов. Четвертый арбитр Виталий Звягинцев, Одесса. Все арбитры ФИФА. Делегат Федерации футбола Украины, заслуженный тренер Украины Валерий Васильевич Дорофеев. Где ты попадаешь? Опять будет 0-0, что ли? Нет. В прошлый раз если за тебя был. Я говорю, что... Можно? Да. Слушайте. Всем здрасте. А он как попал? Кто его домой отведет? Ну вот. Пан Серёга. А что ты меня в юнг пролил? Я потому что уже ветеран, я зашел в таком месте инвалидном. Я дико-транспорт. Эдик это кто? Стрельцов. А, Стрельцов. Давай.
Давай мы Серегу пересадим туда. Сзади.
прошлую игру вас Шурик веселил, Сиша вон. А теперь выйдет, иди ко мне. Ты лучше скажи, что ты не пришел на курицы и... Я не был в Одессе. Ты нет. А Вера ко мне приходит, где ты мне не говорит. А был Жарук Ежов. Если вручи призы. Не был я в Одессе. Да, двух лучших игроков. Я хорошо, я в первом тайме. Зубкова, второй. Ты отыграл? Хорошо отыграл первый. Только Дегтярева, еще Дегтярева. Какие вы так смотрели? Я все когда-то по-своему играли. Кто Клабр, кто дурачка? Кто Буру? Кто Вачко? Горбу раньше. Ну, сейчас уже Горбу, никто не знает. Он должен потом, а я вдруг не Продолжение следует...
Ай-яй-яй-яй-яй! А я думал, что это просто.
не может быть. Я с ним разговаривал, мне Поедем в конце концов в Австрию.
куда ж ехать? Не буду.
Не поворачивай.
Какие классные защищенные прыжки. Давайте первый. Thank you.
А ты наш человек, это только полковник. Где ты? У нас там Thank you.
хорошо. Уровень как
кто-то взывал. Но помните, то, что я тебе для шампанского разобрал потолок, оставил, оказывается, ты дура. А что говорит Молодецкий? Какой счет? Молодецкий говорит, что 1-0. Где он остался? От сигареты, да? Будет ли? Ахтырка больше, чем все.
Так не замечательно, что я не могу попасть.
Да, вот 40 лет. Финал был. Чемпионата мира. Гости произвели еще одну замену. Вместо Сергея Садового под 18 номером Роман Старенко. Вот тот ударил, а все два коня дороги не нападали. Это не жизнь.
Давайте ко мне, я не пал.
Хороший подарок, я тебе говорю, что я хотел тебе удар сделать, а ты как-то так принял. Да, сам директор. Сами гвозди там выпускают, здесь держи разноедание. Пробы это не с тобой забыл. Кто раз? Ребята, смотри!
17 с номером Николай Мащенко. Напоминаем вам, уважаемые зрители, что 21 августа на нашем стадионе Черноморье принимает нефтяник «Копырка». Начало в 17:30. А журналистов после окончания матча приглашает на пресс-конференцию. Место проведения – спортивный зал на втором этаже. Прием!
торга нету? А? Никакой торга нету. Два торга. Thank you.
Куколом никакой. Сейчас он приедет. Сынок какой? Кто это? Сразу не нужно. Бомбный какой-то. Кто это? Винштейн. То, что мы еще не приехали. Это самое. Да,
Это земляки были в прошлую игру. Краснополе Не видно.